Нэшка. Нэшка. Ну, гоблин еще можно. Не, Нашка, крита не хватает. Ебать вы слабые, нахуй, просто фу, бля. Тыкни шкаф, Малин Руш, и пойди. Благодарь, ты тут был, знаешь, что делать? Так а чё слабые? Я так и делал на РТ, а ещё по итогу, блядь. Половина босса, нахуй, я уже без душ стою, нахуй. Ноль. Так, блядь, а рационально? Ты чё гонишь? А рационально их, блядь, разыграно распределять, блядь. Володя нервный тип, он по 10 раз на кнопку жмет случайно. Ебать, на 80% боксах ты 100% аптайма этой хуйней держишь просто, блядь, одним кликом. Пошлите вперед. Ты видишь, как волки Уэнха работают, блядь, я почти что от КД до КД жму. Макс, ты цени, бля. Так, таких боев нет, ну, очень редко бывает такое, что вот мне, например, на бурст, на в конце на экзекутку камня не хватает. То есть я считаю, по КД, ну, по КД перчатки стоят, да не, по КД я жму. Какого тебя не хватает? Почти везде хватает. Он суманулся, Вайман. Я забыл там. Ладно. Мы под ДД фасками, да? Срать на этих эридаров, пофигу вообще. Ой, блядь, а мне сейчас ебись, нахуй, с обычной бэшкой, сука. Попробуй джагу, там говорят, что-то уже изменили. Да нихуя, блядь, она не стакает, я уже пробовала. Ну, значит, на бурю езжаю, что я тебе могу сказать. Да, бля, я вчера в ЦЛК, блядь, макрос прописала, нахуй. Бурю эту хуйню, блядь. Я пойду 30 секунд запускаю. В итоге там надо прописывать через первую этот дар бездны, и получается, что, блядь, я просто проебываю бурю. Так, короче, ребят, тихо. Сейчас бежим сначала налево, как и в прошлый раз, потом направо. Потом справа бежим на джинлая. Дармич, то бишь мы, когда убиваем босса, не умираем после второго босса. Ты садишься на маунта, тебе этот Войт Фьюри хотает, и мы бежим аж туда вон, к дубу, почти к этому джинлая. Понял? Дармич. Вот. Ну а потом уже после джинлая спускаемся вниз там и бежим на халате по бырику. Так, а вопрос. У кого там каски есть? У меня есть каски, я могу побафать. Пока не бафы. Я пока разбафала эти. Все, все тут, я запускаю пока. Серый в танке. Сейчас я по себе, да, да? От клубу. Это да. Форма самому дальнему или которая ближе? Угу. Мы в прошлый раз задали. Налево. Мы налево сначала бежим, блядь, бежит просто вон за мной, на 7 метров встали еще. На третьего босса. На третьего мы на джинлая. Я понял, который... там сначала до одного дуба, потом мы дохнем, потом до следующего, или сразу до последнего бежим. Еще раз повторяю, мы сначала до первого бежим, умираем, заходим, бежим до второго босса. После второго босса мы не дохнем, бежим на джинлая. Умираем мы только один раз после первого босса, все. Так, я быстренько переогнуться успеешь, да? Нет, уже запустили. Ты шо, Максон? Уже в гон хуяли. Давайте без АФК, без нихуя. Сейчас по-бырому на время проходим. Сколько там, в общем, минут? Вот первые 20, а потом прибавляется по сколько? После третьего сундука не добавляется время. На четвертый. Так что нам. То есть всего 40 минут, нихуя. Угу. 40 минут на 4 босса. Совершенно верно. Так, маслица. Это самое. Первые два там СПД, а на джинлай саппорт, да, ебашите? Ну да, можешь выпить саппорт на всякий случай. Хотя можно и не пить, в принципе, там похуй. Все, идет открывать, готовимся. Дерми, сейчас забираешь вот этих... мобов. Серый, ты тут? Серега? Красава, да, ну вот уже тоже ФКшечка. Или давай ты, Серега, заберешь дальних, короче, и дармишь вот этих двух ближних, окей? Окей.
Только сразу не спускайся, чтоб не ТП-шь, ну вот. Можем по одному этих забрать, привезти вниз, пофиг. Чёрт, есть. Сейчас он дермизит, ну или давай, окей, давай так. Сейчас забирать, идем мы вниз потом, на левую сторону. Не спешите вниз спускаться, не спешите. Забирай второго, все, вниз спускаемся. Не бейте пока трэш. Там дермич лужечку кинь. Все, поехали по трэшу, влили себе на луну лучше. Блять, надо звук выключить, сейчас, секунду. Все, ПВП забыл. Давай, мобо. Ну, сведи их, дермич. Твоих не достают же там люди, умнишки. Все, садимся на маунты быстрее. На маунты сели. Рещу. Лево, вообще забегаем. Батьфюри, давай, хотай дермича и чувак, быстрее. Хотай. Все, Батьфюри, убегай, побежали. Дермич, чувак, вперед. Настя, мастер аур на скорость нарми. На уркане. Угу. Дермич, прожимайся сейчас. Лужу кидай вперед. Блять, меня клибом убило. Пробегайте вперед и налево. Нормально, мульдраж пробежал, отлично. Все, умираем быстрее. Умираем. В эфире тоже умираю. Только не заходите, пока вы. Блять, сейчас. Умирайте быстрее, ну выйти в фьюри, подойди к любому мобу. Время теряем же. Давай, выйти в фьюри быстрее. К любому мобу. Красава. Я встаю. Сейчас ждем, пока. Сейчас, подожди, они еще не ответили. Все, вставай, давай массрез, ставь шкаф. Кто далеко лежит, вставайте, заходите в инст. Если на вас комбат, то выходите сразу. Уходу. И это ждем, пока на шумат. Комбат выходит. Ну, есть это, не на всех комбат вешается. Смотрите, на кого вешается. Ладно, сумоните. Сумоню тебя, Феникс, да? Я Вальмору. Давайте, ребят, шуриком. Можно тыкать, когда сумонишь. Дерьмо часом. А, окей. Давайте, все, рыбку кушаем. Сейчас каски 8% бафы и раздавай Насте кулаки МПП. Серый, ты уже спекнулся? Да, сейчас. И так тут сбегаться, разбегаться и рейндж держать, правильно? Сейчас я еще Настю закину к вам. Чтобы это два ЭБшки разные были, потом бомб клюшку давали. Все, все готовы? Можешь на маунте заезжать, Дермич. РДД, рассасывайтесь по кругу и стоите. Когда говорю, сбегаемся. Давай, поехали, Дермич. Настя, что там так долго, блин? А чё с ядами, блядь? Спасибо, что прокнул. Вальмор, отойди от атомов. В них всегда кидаются. Под босса сбежались быстрее. Все, разбежались раньше на баране.
серым дальше потрясем. Сейчас готовимся, потому что будет сразу бой, и потом вот эта хуйня. Готовимся сбегаться в череп. Центр сбежались ближе, сейчас подошли. Угу, отлично. Блин, Раш, не подходи. Лишний урон дохуя, ну вот так же. На этом боссе не подходи. Может ёбнуть случайно. На алтариксы серебрить. Так, сейчас миликом больно будет. Да, есть баундер меч. Если у нас полетит, будет больно. Блять, у нас опять полетел. Хуёво. Прожмите минки. В центр разбежались, в центр. Череп, благодарку. Череп, благодарку, быстрее. Быстрее. Прохил. Все, обратно по своим местам встали. Давай, Серега, блядь, убей этого магна. В центр разбежались? В центр. В центр быстрее. Сейчас после того, как босса убиваем, сразу умираем по-быстрому. От лута отказываемся, лут потом будем разрывать. Еще раз. Так, от лута сразу отказываемся. Все, идем, умираем. Умерли. Вот любой пол. Сука, хуёво. Нам тролли любой там только. А ну дари ничего. Ну, да. Ждем. Все, заходим в инст. Смотрим, на ком комбат. Проверяйте, на ком комбат. Если комбат, выходите. Самостоятельно. Я вижу, что на мне. На ком комбат, выходите сразу и заходите заново. И ебани по-быстрому столик, Black Dark. Там и тыкни. Ага. Тыкните. Блять, метчик может себе оставить. Наш ГМ будет еще. Блять, 2.6, нахуй, в пизду этот меч. Ща медведь и джаналай потом. Ёпта. Какин разбился? Это как так много? 18 тысяч с такой горочкой. Дайте рез по нему. Рез дайте, ребят, быстрее по нему. Все, вот сюда в звезду заходим. Блять, я отсюда будем стартовать. Давайте быстрее. Секунд, сейчас встану. Походай пока дермича. Прохильте рейд. Ребят, поднимите на фул хп. Сейчас чуваву обхил сразу и обхотали. И сейчас будем стартовать сразу. Чуваву проходили, подняли на фул хп. Быстрее. Все, обхотали чуваву. Все, дермич вперед побежали. Чувава? Он не захотел, но он... Блять, сидит, ты еще справа мобов спулил. Красавчик. Странно. Дермич, прожмись тут. Лужу кинь наперед и прожмись. Побежали. Забегаем внутрь налево.
Настя, дай диван. Кому-нибудь. Холи шит, окей. Давайте, подошли, умерли все. Войт умирает, он тоже умер, вижу. Все, ходишь, снимай, на ком нету КД массореза. Давай массорез. Ну, кстати, дерьмища можно. Не заходите пока. По мне, да не по всем не там же КД. По мне, да, и там по Мульнрашу можно, да. Берись меня потом точно. Все, кто далеко, вставайте сами. И заходите. Смотрите, если комбо, то сразу выходите. Там в Мульнраш шкаф быстрее. Нажали шкаф. Дерьмища смой. Ну тыкните, ребят, не стойте АФК. Вот Фьюри сумон. А, блядь. Чего его сумонули, вижу. Лагдарк тогда рез. Все, рыбку пушаем, фулбаф быстрее, каску 8%. Настя, кулаки МП5, речь. Погнали трэш бить. Целителя первым убиваем. Вот этого. Тотем появляется, сразу фьючем убиваем тотем. Дермич, ты серый будешь медведя форму танчить или так? Без разницы. Ну, наверное. Давай это форму медведя, Дермич, там обычно. Все, поехали. Там рид допьет. А, аккуратно подъебало, только не подходите вот этим медведям, они кливают. Блять, вы два сразу сагли. Хуёво. Тотем. Заберите целителя. По звезде больше ДПС. Звезду точно убиваем сразу. Кто КТ тем появляется, под тем играть. ТТМ. Угу. Настя, аккуратно. ТТМ. Следующего. Вот этого звезды. Сломали. Кто-то сломал. Ну тотем, блядь. Тотем надо забивать, тогда не будет невосприимчивости. По вот этому могу играть первым по звезде. Все точно играют по звезде. Я первый дам стан. Не надо маг-дип давать, пожалуйста, по этим мобам. Чтобы мы потом, блядь... Лишних мобов не били. Вот как сейчас, вот этого медведя. Маг, блядь, из-за тебя нахуй появился, блядь. Бейте звезду. Не надо, блядь, пожалуйста, кидать свои дипы по этим мобам. Я дам стан. Давай. Ни одной секунды не хватило, из-за этого появился моб. Точнее, вот этот медведь лишний, которого можно было не бить. Так, помани, у вас там все хорошо. Иди пуляй, Дермич, да. Ну то все, а как форма что-то было.
Будем надеяться, что сейчас плащ выпадет. Нормальный какой-нибудь. Или какая-то гоня начнет. Он тут кливает раз в год, я помню. Я вышел из формы один раз Симмер дать, и он кливнул. Бывает. Повезло тогда, да? Не, раньше он, по-моему, чаще кливал, не? Ну, он сейчас еще по скоске закидывает миликов, подъебал. Истерия помыть? Да. А по кому тут больше пондовал? Я не помню, как раньше. Ну, по матику лучше, чем по рейтер, пойти, скажу честно. Ну, вообще пока то, но все раньше не станет. Поэтому... по матику... Зачем он? Блять, что-то не критует нихуя. Вообще нихуя. Заебал. Блять, ровно 5 минут били. Это темпы как раз кончились. Отказываемся на стрим. Ух, ебать, имба нахуй. Отказываемся. А почему две пухи упало? Два можно вроде. Давай тут хотаемся и отсюда поедем. Хот и драмича, чувак, и будем ехать сейчас. Ты нужен? Да, их можно два носить. Ебать, имба нахуй. Я первый. Что, готовы? Да, поехали, драмич, вперед. Бой Фьюри, ты главное убегай куда-нибудь от этих мобов. Ебать, там какие-то на тебя побегут. Ну, они могут не побежать, а могут и побежать. Сразу туда дальше. Дермич налево. И прямо что бежим. Мы ж уже бегали, ты помнишь как. Дермич, там прожмись только, блядь. Вот уже, наверное, прожимайся, блядь, потому что сейчас сложит. Прожимайся, все нажимай. Тринкеты, кровь, нахуй. Серега, давай ты вперед. Ждите Серегу. Блять, ладно, сейчас побежали, похуй. Бегите, бегите, я на себя немножко их сагрю. Нормально. Пробежали, я тоже спрыгнул. Да, падай, падай в эфире. А, в смысле диван когда? Блять, а Рит добежал? Ну, Рит встанет тогда. Ну, падай на стену. Войт упал. Угу. Все, свыделись. Так. Нет еще. Этот, Рид, вставай, давай масрез. Войд, пока не заходи, жди. Но у меня нету масреза, он тебе может. На секунду масрез. Может, не станет.
Все, Войт, можешь заходить, смотри, если комбо, то выходи сразу. И кто-то там еще тоже. Дерьмич вроде далеко никто. Че заебись? Дайте еще раз масло. Блин, Раша, лестница просто. Шкаф сразу ставь, как только через. Подхиньте его, надо. Так. Так, я Дерьмича сумму. Так, мы на бомбочке идем или куда? Да. Да. Мы 4 сундука будем. Настя сказала, хочу медведя. Да. Бомжовского. Сам ты бомжовский. Вольно. Да, она всех ДПС не прибавит. Все, ха, Вальмара тут. Где Вальмара? Все, вижу. Рыбку хавайте, давайте, каски 8%. Фулл баф, поехали. Рыбку кушайте. Сейчас по центру лестницы идем аккуратно и заливаем тебя прямо. Секунду, секунду, ребят, подождите. Тут ухнет. Тебя выкинуло или что? Или тревожно? Уже захожу, все. Давай быстрее. По центру лестницы идите, не сагрите только лишней хуйни. И хильте. Дермич, давай вперед следующую пачку, блин. Загрузка. Блять, ну. Ладно, хорошо, нормально. Настя. Вот надо было тебе так выливаться сразу, чтобы сдохнуть. Подъебало подойти. Я думаю, Буря нахуй. Вагон, блядь. Я не знаю, отсюда звездопадом тех с лестницы задену, с боков с лестницы, нет? Не надо никаких звездопадов. Не рискуй в пизду. Нахуй твои эти звездопады. Так, бей вон грозу еще. А то я не помню, как первый раз подходили, бил или нет. Ай, Вой, дай БР по ней, нахуй, быстрее будет. Ну, может не тратится? Давай, похуй. Пиздец, давай, да вы прикалываетесь или что, ребят, нахуй? Вы чё, блядь, конченые, нахуй? Смотрите за агро, блядь. Так, ну и чё, в итоге, кому? Пиздец, его? Блядь. Тарин ДБР, блядь. Ладно, не надо уже добить. Похуй. Плюс похуй. Я хуею, блядь. Сами же, блядь, время себе тянет. Смертями этими нелепыми, блядь. Вместо того, чтобы подождать 5 секунд. Я подождала. Чем теряем целую минуту, блядь, в итоге. Я подождала. И потом дала одну. Просто там много мобов на всех сразу. Сейчас вас ребафать еще, блядь, вместо... Ну, ладно. Рыбу хавайте быстрее. Пробафайте мага паладина заново. Речь, ребят. Майк, короче, если от бомбочек не умеешь отходить, вон тебе ориентир звездочка. Прячься все время во мне, прямо во фрейм. А так стоите полукругом, за друг другом не стойте, чтобы дыхание по всем не било. Короче, на полубах. Нахуй лишить не забудь, не спалить. А чё отдаю? 5, 4, 3, 2, 1. Вот этого еблана убиваем. Убили звезду. Готовьте сейчас бомбочки, вот. Отходим. Вот тут заебись. Пизда, еще жесть какая. Не задел. Собирайся, надо пока трэш. Бьем пока все боссы. По трэшу я скажу, когда свечнусь. Че, Серега, раки хватает, а мануйте уже рыхи кидать.
отлично, хватает у него раги. Раги все отлично. Сейчас отбегаю, отбегаем, отбегаем от бомбочек. Пока что вот тут заебись везде, не насрало. Так, все, по трэшу поехали. Чувак, вот здесь пол максимально, и по трэшу поехали. Смотрим аккуратно. Дармич, дай инсбаунд. Инсбаунд. Больно. Чувак, прохил. Стаки, дохуя стаков, 20 стаков. Ребят, диспел больше по чувак. Холи шит. Все, отлично, молодцы. Дальше босс. Есть такое. Серый собираю пока трешак. Мальмара, ты сдохнешь сейчас. Мне повезло. Неважно, главное, чтобы диспел. Вручную, не вручную, понимать. Главное, чтобы диспел. Последний пак идет вроде. Не, еще один будет сюда. Бомбочек отбежали. Чувак, его прохил и диспел. Все, по трэшу поехали. А не, даже последний, все, не по трэшу играем. Ринда прохил, сейчас у меня. Здесь он ебет, конечно. Уже. Берет. Разбежались, никто не умирает. Все, по боссу поехали. Давай, регет. Ложный опыт успевается, под дыханием, конечно, под ложным опытом не больно. Кстати, после 30% он... А, нет, пиздёж, столько же задавали. Десять тысяч мы не под ложным опытом задаём, ну, не знаю. Да, но щит просто висел на мне тогда, повезло. Не, за рогу пиздец сложно умирать, на самом деле. Такой имбаланс не классно, в плане выживаемости. Щит пиздец. Повезёт, не повезёт. Повезло, да. Так, отказываемся от лута, бежим дальше. Говнище всякое падает. СС нужен? Блять, опять кольцо уебанское упало. Да, не, СС пока не надо. Пиздец, что за кольца? На следующую перебежку. Да вообще пиздец. Агильное не падает, силовое не падает. Вообще пиздец. Вот тут становимся прям тут. Аккуратно обходим по стенке. Вот тут, да, становимся. Давай, да, за СД готовьтесь пить. Все, пьем все за СД, садимся на петов. Войтфьюри, хотай. Когда 20 секунд, погоди. Похуй, хотайте, блядь, термича, побежим так. Прям до конца. Нам все равно добежать направо. Не, бежим на островок. Все, поехали. Все, да. Побежали, дермич, вперед. Дермич за СД не выпил, блядь.
Выпито. А как у вас, ЗСД может быть КД, если вы... А припод пили сейчас на Гере. На экзекутке с Герой, да, припод пили. Да. Не знаю, я просто застанил, не спя на ЗСД. Ну, на мне комбата нету, ну-ка, подождите, на мне еще комбат, это вы сдохли? Умирайте, давайте, блин, Настя, диван дай пока. Какой диван, я умерла. Блядь, Мулинраш, СС по себе дай, пожалуйста. Хотя нет, дай СС. А они не в комбате. Шкаф нажмите, когда будет. Все, все. А, ну все, окей. Все, Мулинраш, по себе СС, давай сразу. Угу. Вы заходите? Ну, заходите, только смотрите аккуратно. Если на вас комбат, то выходите сразу. Норм. Ну давай, есть шанс убить на 4. Нету комбата, нормально. Чего вас, Мони? На них хоть вот эти 4 сынка закрывают. ЗСД, надеюсь, только, блядь, смотрите, сейчас нажмите, и нормально все будет. Напоминаю, там есть ёбнутая лестница прям туда, когда мы поднимаемся наверх. Там можно застрять. Идите по левой стороне, по правой там можно застрять. После сундуков перекур, да? Да, побафайте, пробафайте на хпшку, всем бафните. Я поставлю, когда босс добежим джипс. Так, ребят, сейчас. Сюда вот становимся. Аккуратно в инвизе, да. В Эдфюри опять хотаешь, дермичая чувал. Мальмора, давай к нам. Все, давайте. ЗСД все выпили, сели на маунт. ЗСД выпили, сели на маунт. Хоты дермича. Все, побежали дермич. Дермич, прожмись. Серый сагри, пожалуйста, наверху и прожмись. Блять, хуево дело, вообще хуево на. На себя забрал, проходите, проходите. Хорошо, что уроги еще ускользание есть, направо падать. Нормально, что, убирать? Ну там да, я большую часть на себе забрал. Да, я добежал, сынок. Мулинраш, вставай. Встаю? Да, вставай. И туда в угол самый двигайся, в угол, в самый угол. И давай маслеть. Блять, просто, сука, слава богу, нахуй, что есть ебучий, блять, ускользание уровня. Так бы хуй сейчас добирали, блять. В смысле, так нет, почему ускользание? Так мы с тобой оба были без комбатов. Там 4 человека или 5 было у нас. Разница. Что? Я сейчас про это говорю, я пачку впереди сагрил, блять, и танчил ее, нахуй, секунду 5-6, пока вы пробежали. Ой, просто хильнул всех. Дайте джесса, если есть у кого. Сумонимся, никто никуда не двигается, стоим тут в углу, на все, блядь, и ждем. Спасибо за джерсам. Бахаемся. Ебать, тут компактно все расставлено, нахуй. Так, все, пробафались. Бежим по краешку за звездочкой, по стеночке. По краешку. Давайте, ребят, речь. В те еще время дохуя. Мало надо было порезать. Еще порезать. Так, не дай бог, мне сейчас ботинки не упадут, но я буду злая. Всем похуй на все. Так хуя мне, блядь, эти ботинки кровь из глаз, как нормально. У меня есть на ретрике они. Кстати, это кистевое неплохое, 1.5 рит. Хуета, 1.5, потому что... Идеальное. Угу. Рассказывай. Иди, блядь. РД, да стоите тут, печеньки. По тотему сразу свечу. Ну как, блядь. Блядь, играйте по трэшу. По трэшу играйте. Че, через Геру будем билить или так? Геру, давай прямо сейчас и заливаем трэш. Огронь не сорвите, главное маги. Звездочку бейте, пожалуйста, по звезде я напулил больше. Как ты так пульнул, блядь? Дермич или ты, Серёг? Нет, дермич. Я как-то пульнул не так. Нормально, нормально. Охуеть, нормально. Да, ну пух. Усложнять себе жизнь. Все, по ханазе поехали.
чем-то не тем ударил, короче. И таун закинул. Надо было лапки, как тактика такая, один друид так. Трейс забери. Порысь, поехались. Тотем. Тотем. Вот, ибо ник у меня мана. Вот я что-то сразу же просил. Потратить прошло, спасибо. Тотем. Тотем, тотем впереди. Близко кошку подвел, может через текста кто-то им появится. Вам бы и этого халази ебаного немножко дернуть. Ну ладно, похуй, пускай так стоит. Бабов нет, можно чуть правее стать. Ну, я, ну да, правее, как вы смотрите на него. А для нас это левее. Чтоб тотем около стены не появлялся. Это немножко хуёво, неудобно. Крысь. Рысь, поехали, я на поле вышел. Тотем. Блять, у меня уже два бисовые дагера. Это вообще прям охуенно. Правда, плащ говнян. Тотем. Ладно, похуй, бить я сам. Ты по десам его разъебываешь, я в него хуй чё скастую как-то. Да сами бейте, бейте босса, кошку, если он с ним забивает. Мне на руки это легко делать. Да. Две минуты. Дрысь. Блять, нету на пула КД еще. Тотем. Тотем. Блять. Я нормально убил. Да, он напутся. Да все, я на... Но я не успел просто этот серый на пул. У меня было еще 4 секунды. Уже на поле, все нормально должен быть. Тотем. Нормально успеваем, да все. Да, он стенки появился просто. А еще мне там раз скикнуло. Ну что, у меня есть предложение. Сейчас убиваем босс, падает маунт. Все мы тут джентльмены, правильно? Поэтому маунт отдаем мне. Че думаешь? Да конечно, дадим что-то. Тому, кто больше всех хочет. Кнопочка, ров, тотем там стоит. Ребят. Да сбили уже. Минута. Бля. Кого минута? Осталось. 6, блядь. Давай, на пофиг. Он уже умер. 6 минут до сундука. Все, 4 сундука. Жесткие ребята. Ну шо. Привет, говно. Даже человеку не дали. Да, паролить. Кто выиграет, кто... У кого мужицкий ролл будет? Что за медведь какой-то беспонтовый? Обычно я первый его забираю, правильно? Чё, он прикольный медведь, красивый медведь. Это на сервисе он беспонтовый, потому что тут маунтов дохуя. А на обычном афе он ценился пиздец, как вот этот медведь. Крутой, да, считался. Он был очень крутым, да. Кто-то ждет до последнего, кто-то... Да вон, подгони Насте, что ты, бля, хочешь, девочка? Настя свечку ставит, но... подожди, молится. Ах, тебе этот медведь. Настя вообще пронзула. А, Вальмора вылетел, понял. Пошел читы подрубать, походу. Там по стандарту вроде минуту стоит на развал. Ну да. Ну какой же сегодня вот говнище, блять. Вообще пиздец. Посоха не было. Так. Кинжалы. Ирина выигрывает.
Ладно, короче, можете идти умирать, я пойду себе пока даггер сделаю. Выруби. Я пока Насе пойду за чаем, то шлю, передам себе медведя, да? Забирай себе медведя. Вот, ёбаный. Да, нахуй, нахуй мне этот медведь. А Настя стролила, да? Да. Нормально, ГЦ. Она больше всех его чувствует. Я пока пойду кинжал зачарю в себе. Так что Феникс, ок, это не твое, блядь. Ну надо, я буду без пихи уже. Ну не сразу, ну не все, но... Ну считай, кроме КД, два кинжала, блядь. Есть, покурю. Есть плюс, смотри, вот 4 сундуков еще помимо маунта. Обычно 3 сундука закрывают, идут наперекур, потом добираются до босса, там что-то там вайпаются. Да. А мы тут 4 закрыли, все, 2 осталось, изи. Ладно, сейчас не 20 минут перекура делай, как обычно. Да, а теперь можно перекур. А что, есть 5-й сундук? Нет, 5-го нету, 4 сундука. А где тут стоит NPC, у которого там что-то можно брать, Володя, знаешь? А, головы, которые... Сейчас сакеты сделаем. Да, жаба где? Жаба вон возле озера. Как говорится, повезет, не повезет. Мне не повезло. А что там можно брать? Ну там можно вытащить иногда хорошие вещи, если попадется вендор. Там можно зелье безумной силы, припот может выпасть, кстати, здесь вот. Вот, зелье безумной силы, не надо. Вать, как же геморно нажимать, да, этот сколок? Где она, Володя? А что надо делать? В смысле, вот жабки везде, вокруг тебя, ты что? Вон жабок собираешь, с них жезлы падают. Подожди, их надо палочки убивать? Не-не-не, у тебя должна быть голова с трэша, которая быть, дубинка там, голова, которая, ты ее активируешь. Подходишь к жабке, нажимаешь, вон, видишь, ключи в руке.